29 лет в тюрьме для смертников и отмена приговора в связи с появлением доказательств невиновности. Случившееся с Гленном Фордом необычно даже для США. 64-летний Форд покинул тюрьму в Луизиане накануне. В 1984-м он был приговорен к высшей мере за убийство часовщика в городе Шревипорт, который всегда отрицал, и год спустя переведен в сектор смертников. Я провел за решеткой почти 30 лет. Что я теперь буду делать? Я не могу начать жизнь сначала. Мне уже не 35 и не 40. Мои сыновья, когда меня посадили, были совсем маленькими, а теперь это взрослые, бородатые мужчины. Это замечательный день, говорит в свою очередь адвокат Форда. Ради него мы работали не один десяток лет. Мы надеемся, что сегодняшний день станет для Гленна началом новой жизни. На вопрос журналиста, с чего он начнет первый день на свободе, Форд ответил: «Пойду съем что-нибудь». Его оправдание стало возможным благодаря признанию другого человека в убийстве 30-летней давности, о чем стало известно полицейскому информатору.